Барнаульский Арбат преобразился в преддверии новогодних праздников. Улицу украсили десятки объемных светодиодных фигур и ледяных скульптур. Также на Малотобольской установили 6-метровую ель. Городские чиновники обещают, что в ближайшие дни Барнаульский Арбат станет одним из самых ярких мест в краевой столице. Было принято решение именно комплексно оформить в этом году впервые улицу. В прошлом году, если вы помните, был световой потолок установлен, то в этом году мы более комплексно подошли к оформлению. Всего на оформление Малотобольской затратили более 500 тысяч рублей. Снежный городок здесь проработает дольше, чем на площади Сахарова. На ней и еще десятках улиц в городе появятся барельефы. Их изготовят мастера края, которые по традиции поборются за звание лучшего. Добавим, снежный городок на главной площади будет готов к 23 декабря. А уже завтра завершат украшать парки, аэропорт и вокзалы.